Привет, сегодня я нахожусь на обзорной площадке, которая называется «Адрес». Кайфу находится она в отеле «Адрес». Отсюда открывается потрясающий вид на даунтаун Дубай, на центр города. Конечно же, это не 152-й этаж Бурдж-Халифа, тем не менее, здесь есть участки с прозрачным полом, по которому можно пройтись, прогуляться. Здесь есть полностью прозрачная горка, и здесь не очень много людей, поэтому вы можете сделать фотографии, огромное количество фотографий, и у вас не будет никого кадре, и еще здесь очень чисто все, по крайней мере сейчас. Вам показать вид, который открывается с этой обзорной площадки. Здесь открывается вид у нас на главную трассу города Шейх-Заид, небоскребы, которые находятся на Шейх-Заиде, а с этой стороны береговая линия, немножечко искусственных островов, застройка, строящиеся здания, как обычно в Дубае, Coca-Cola Arena и побережье. С стороны нас открывается вид на фонтаны Дубай Молла вечером. Можно даже понаблюдать, посмотреть фонтаны. Открывается вид на Бурдж-Халифу. С этой стороны она у нас. Дубай Молл, конечно же. Вот прозрачный пол, о котором я рассказывала, по которому можно пройтись, прогуляться, сделать фотографии. Можно, здесь можно присесть на пол, сделать фотографии. Например, на рамке не всегда разрешают фотографироваться, сидеть на полу, а здесь делайте, что хотите. Никто не ограничен. А эта часть аттракциона оплачивается отдельно, называется «Прогулка по краю», и заключается в том, что вы делаете фотографии, находясь на краю здания.